субботу погоду в стране продолжит диктовать фронты Западной Европы. Небо закроют облака. На большей части территории республики прогнозируются дожди. Ветер переменных направлений до 5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 15, ночью похолодает до 10. В воскресенье из-за туч выглянет солнце. Дожди не прогнозируются. Днем температурный фон останется на прежнем уровне. А вот ночью синоптики обещают заморозки. Африканский Мозамбик накрыли проливные дожди и штормы. Наводнения затронули множество провинций. Вода и сильный ветер повредили около 2000 домов. 922 жилых строения оказались полностью разрушены. 22 человека погибли, свыше 1000 пострадали. Сильные ливни накрыли и юг Греции. Несколько жителей застряли в паводковых водах, но были успешно спасены. Десятки региональных дорог оказались затоплены. В административном центре Крита и Ираклия за 24 часа обрушилось 138 миллиметров осадков. А на острове Карпата зарегистрировали 244 миллиметра дождя. В субботу в Бобруйске будет пасмурно. Осадки прогнозируются на протяжении всего дня. Воздух прогреется до плюс 13, ночью до плюс 9. В воскресенье из-за облаков выглянет солнце. Днем столбик термометра покажет 14 тепла. В ночь на понедельник ударят заморозки, будет до минус 2. Анастасия Шевцова, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.